крак будет, который будет адрес, этот адрес будет говорить там, где настоящий код. Потом, что мы сделаем? Мы сделаем там функцию set кода, и потом тут new code address. Потом, если MHS-сендер есть сам контракт, то сделаем self-address or new code address. И сделаем return. Потом сделаем функцию finally. И здесь что делать, то что в любом другом случае, что будет делать, это будет делать вот delegate call. И просто сделаем, например, тут 0. Ну, здесь сначала газ, то есть мы просто делаем газ, потом to. А нет, сейчас давай быстренько посмотрю, тут какие опять там какие аргументы для getCall. Да, газ to in out, понял.